Всем доброе утро! Поехали! Вдох! Выдох! Еще раз! Вдох! 3 часа спорта на свежем воздухе для этих девушек – это лучший вариант, как можно провести утро выходного дня. Желающих принять участие в фитнес-марафоне оказалось немало. Юлия Аношина на уикенд пригласила подруга. И, как признается спортсменка, она ни разу не пожалела, что пришла. Тренировки прошли весело и интенсивно. Несмотря на то, что я вообще первый раз сюда пришла, но почувствовала очень дружелюбную атмосферу, вот, которая способствует занятию. Здесь очень красиво, очень зелено, плюс еще очень дома красивые, соответственно, даже присутствие речки рядом, набережная красивая. Поэтому я думаю, что место они выбрали очень удачное. В фитнес-уикенде приняли участие новички и те, кого уже можно считать опытным спортсменом. Татьяна Сластина – постоянный клиент клуба «Броско Фитнес». Спорт уже давно стал неотъемлемой частью ее жизни. И провести воскресное утро на тренировке, пусть даже под жарким солнцем, для нее не проблема. Я уже 6-й год занимаюсь, поэтому мне уже без этого никак не жить. Мне очень нравится этим заниматься, поэтому уже как бы привычка уже не лежится дома. Встаешь, уже бежишь на тренировку, уже знаешь, что будет сейчас и бодрость, позитив, общение с девчонками. Это так вообще заряжает энергией на целую неделю. Спортивный марафон под зажигательную музыку продолжался около 3 часов. Для участниц организаторы подготовили обширную программу из 3 мастер-классов. Начали с зумбы и аэробики. А зарядившись энергией, спортсменки перешли к силовым упражнениям, функциональному тренингу. Прыжки, отжимания, приседы. Чтобы добиться результата, участницам пришлось выложиться на максимум. Они крутые! Они молодцы, девчонки молодцы. Пришли, не поленились, поднялись пораньше. Мы видим прогресс занятий фитнесом. Люди в городе больше стали этим интересоваться. Для них движение стало действительно частью их жизни. И наши клиенты, постоянные девочки, они не могут просто жить уже без фитнеса. И заключительный мастер-класс «Боди-баланс». Это направление включает в себя йогу, стретчинг, пилатес и, конечно, релакс. И по мнению участниц, когда эти упражнения проводишь не в спортивном зале, они приносят двойное удовольствие. Занятия на свежем воздухе еще больше стимулируют и мотивируют, и после этого очень хорошее настроение, на самом деле, это лучше, чем тренировка в зале. А вообще, посмотрите, какой здесь прекрасный вид, и газон, и все, и, в общем, Ривьера супер. Фитнес-уикенд от «Броско Фитнес» никого не оставил равнодушным. Мастер-классы получили большой отклик среди саровчанок. А это значит, что организаторы постараются теперь как можно чаще проводить подобные открытые занятия.